А помнишь те счастливые деньки, когда вы бегали по полям и кушали травку? Большинство из вас, конечно, сжирали зверей, большие и страшные, но не менее дикие, чем вы. Сосенка, смотри на жизнь шире, разве ты не хочешь быть ближе к своей природе? Бил, это не смешно, просто верни мою одежду. Ты хотел сказать... трусы? Ты о чем? Сосенка. Ты чего такой нервный? А по-твоему, я должен сидеть в позе лотоса, пока какой-то низкосортный демон тырит мои вещи? Сосновый дилерц, ты опять усложняешь. Смотри, как мы поступим. Ты перестаешь все гипертрофировать и жаться в угол, потому что, давай будем честны, у тебя не осталось ничего из того, чего я не видел. В свою очередь, обещаю, ничего не делать из того, что ты бы мог счесть превратным. Тем более, мне не зачем представать перед тобой совершенно нагим, если ты и так уже все видел. Давай остановимся на том, что я не до конца еще все разглядел. Что там разглядывать собрался? Сосенька, ты промахнулся. Это было не одеяло. Катись отсюда, Билл! Хочу уточнить, что в настоящий момент мое тело изобилует острыми углами и им далеко от образа геометрической фигуры под названием круг. Поэтому осуществить твое предложение мне будет крайне затруднительно. Я уверен, у тебя все получится, потому что по сравнению с тобой вся геометрия просто сосет. Хо-хо-хо, сосновый деревце, я подщен.